Почему у меня там камера выключилась? Я опять включила, сейчас выключилась. У меня опять там кэшбэк, что ли, ну? Слышишь? Ну и ладно, будет вторая часть, Кость. Да? Кость. Вторая часть будет. На пульт. Здесь есть пульт управлять цветами, Кость. Угу. Вот здесь есть пульт цвета управлять. А батарейку надо, да, сюда? Не. Надо. А если ему надо? Ну, по-моему, надо, я не знаю, положили. Но у нас есть пальчиковые? Или туда нужны такие круглые? Так, все. Так вот этот прям маленький. Что? Ну, какой был? Какой был? Какая? Вы же сказали, это абсолютно бесплатно. Да, бесплатно. Но госпошлина все равно есть небольшая. Какая госпошлина, знаете? Хорошо. Да, если наличкой, можно 100. Хорошо, сейчас вам все отдам. Так он специально около кровати ставит на тумбочке. Кость. Двухспальня, да. Двухспальная кровать ты ставишь как ночник. А где пульт? Пульт? Ну, я не знаю, надо проверить, есть ли батарейки. И неужели не положили? Ну, производители. Нельзя. Чуб. Чуб, нельзя. Не ешь бант. Зачем тебе нужен? Нету? Пальчиковую дать? Кость. Или туда кругляшки. Так вот, есть, да. Так, это же мама. Я ее обещала с этим козлом познакомить. А что он не работает? А вот, все, давай свет выключим, зай. Посмотрим, как ночник работает, Кость. Обалдеть, да? И какой еще цвета? Какие там, Кость? Зеленый какой был красивый. Вот этот звезд. Вот этот красивый, Кость. Обалдеть. Какой красивый зай-ночник. Кость. Угу. Тебе нравится? А как его не. А он будет стоять вообще, когда ремонт сделаем? Ну, ему ровная поверхность нужна и будет стоять. Да? Вау, красный, Кость, как этот Марс или Венера. Обалдеть, красота. Кость, вообще красиво. Около компьютера поставим, да, можно будет пользоваться, Кость. Ну, там стол, когда освободим после Нового года. После праздников поставишь себе этот ночник, да? Угу. Будешь играться в компьютер, и будет тебе ночник, Кость. Давай дальше. Он светится, Кость. Как цвет земли.